Экватор пройден. 9 из 16 опор будущего моста через Обь в районе Сургута смонтированы. До весеннего паводка планируется эти работы завершат. Напомню, крупнейший объект Уральского федерального округа возводит компания «Мостострой-11». На площадке в две смены круглосуточно трудятся 650 специалистов. Протяженность моста по проекту будет равна 1 километру 760 метрам, а всей четырехполосной дороге 43 километрам. Сдать объект намеревались в конце следующего года.